Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Energy Gaming TV. Всем хорошего настроения, я Игорь и Геральт, приветствуем вас. Собственно, мы собираемся пойти и поискать бестию. Но для начала, как и обещано, у нас по первой серии, по-моему, если я не ошибаюсь, набралось 20 лайков. По-моему, по первой же, да, я собирал? Да, по первой. Собственно, это значит то, что я буду ставить сложность на смерть. В общем, короче, триндец кобздец, да? игровой процесс, я полагаю. Так, вот у меня уровень сложности стоял боль и страдания и насмерть. Ух, ну что ж, хорошо. Так, и еще сейчас секундочку, мне нужно посмотреть, мне надо перед всей моей... В общем, все на свете подключай, все, что есть. Я чувствую, будет очень много еды уходить и так далее. И зельев надо будет очень много. Получается, нам нужно подготовиться к бою с бестией. Так, медитация теперь она для нас потеряла всякий смысл, кроме разве что менять день и нож. День и нож. Потому что теперь здоровье она нам не будет восполнять. Так, секунду. Сейчас подготовлюсь. Ладно, там я навыки проэтовал. Так, и еще зелье. Навыки прокачал, теперь надо зелье. Нам нужно зелье. Блин. А что там для нее надо было? Чего она там боится? Так. Давай-ка посмотрим. Так, без сценарий. Это у нас вампиры Брукса. Так. Это у нас лунная пыль бомба. Ну, я не знаю, по-моему, ее не делал. Да и, в принципе, бомбами я особо не пользуюсь. Так, масло против вампиров, черная кровь и Эрден. Так, масло против вампиров у меня вообще оно есть. Ну-ка. Да, вот оно, по-моему, да? Да, отлично. Намазюкиваем его. Так, потом дальше, эликсир токсичности. Так, дает время иммунитет. Нет, это не надо. Так, с каждым изображением посмотрим. Не, это тоже мне бесполезно. При максимальном здоровье наносит урон. Наносимый урон. Ну, это тоже, опять же, относительно, потому что я думаю, чувствую, максимальное здоровье у меня будет недолго. А постоянное удержать на высоте тоже не особо. Так, увеличивает шанс критического удара. Вот это, кстати, вот уже поинтересней. Урон наносимый врагам восстанавливает здоровье. Вот это, кстати, тоже. Давай вот эту штуку используем. Так. И получается... Так, а подожди, а бутыльки-то у меня хотя бы будут устанавливаться перед этим? Медитацией-то хоть. Я, конечно, все понимаю, но... Да, хотя бы пузыречки восстановились. Фу, ну что, пошли. Да, наследила она тут, конечно. Следы маленьких босых ног ведут в подвал. Свернул шею, когда падал с лестницы. А, ну ладно, значит, уже не бестия его убила. Ох. Его швырнули о стену с огромной силой. Вот это значит, уже не шею себе свернул, ладно. Так. Им воспользовались, чтобы выломать решетку. Хрена себе. Продуктивный подход. Нужны недюжинные силы, чтобы ее выломать. Согласен, Геральт, согласен. А что ж тут? Ну, явно мы тут будем иметь дело с чем-то сильным. Надо было перед воротами этими еще калиткой-то из саха. О-хо-хо-хо-хо! Шапень! Ты была на постоялом дворе. Я знаю, кто ты, но не знаю, зачем ты убила этих людей. Дело ведь не в жажде крови. Ничего себе лапа. Это не человеческая ни хрена. Ну и не ионная вроде. Ох, какая у тебя косметика-то модная. Вот прям так и все и делал, чтобы YouTube меня наказал. Не обязательно драться. Ошибаешься. Обязательно?
Ёпта. Ну я да, читал про нее, то, что она вот может перемещаться в таком пространстве. Станется невидимкой, блин, ну короче. Я не могу отпустить тебя. Блин, давай в том облике ты была симпатично. Так, тихо, не ори, гражданка, спокойно. Так, стоп. Сразу это делаем. Сразу используем зелье. Опа, тихо. Ух ты, блин. Блин, дай. Так, ну я ее вижу, в принципе. Ну-ка, иди сюда. Так, а она в невидимом состоянии, вообще могу по ней попасть-то хоть? Ну-ка, давай-ка тебе чудо-комбо свое захерачу. Что-то все мимо. Так, идет ко мне. Оп. Тихо. Да чтоб тебя. Блин, да с ней-то и так-то справится. Ух, нихера себе. С ней-то и так-то справится, еще та заморочка, блин. А тут еще и да. Так. Блин, мало энергии. О, расшатало. О, я еще живой, смотри. Тихо. Хиляемся, кувыркаемся, хиляемся. Давай, Геральт, да что ж ты? Так, ну ее хотя бы видно, это уже радует. Надо квент поставить. Нихера тебе, тебе с твоими возможностями только в баскетбол херачится, девочка. Сука, хотя какая ты девочка, ты чудище вонючая. Так, спокойно. Ага. Ты прям как в Mortal Kombat. Блин, да капец, она еще и это. Мало того, что хотя бы по ней бы удар бы проходили, так она еще и, видите, это... Отбивает их, блин, своими когтями-то вонючими. Блять. Нас хотя бы защищает эта гребаная... Ну, блок защищает. Это уже радует. Давай. Отходим. Оп. Отходим. Давай сюда. Ну. Обновляем. Смотри, ей посрать. А, на силу нет. Я понял. Давай, сюда иди. Иди сюда, девонька. Так. Тихо, ты хорош толкаться, сука. Надо в круг. Оп. Так. Ладно, Геральт, не переживай, нормально. И! Опа! Оп, эй, алалей! Умираешь ты, сучёныш! Тихо, спокойно. Нихера! Давай! Да не тот, сука, знак наложил, бляха-муха! Давай, спокойно, жди! На, падла! Доралась, блин, оперная дива, блин! О, Геральт аж сам подпрыгнул, блин! Что с тобой происходит, Геральт, ты успокойся! Чё ты скачешь-то? Она убила всех этих людей, чтобы добраться до тела. Что Брукса делала у стола? Чё ты, Геральт, скачешь-то? Ты чё, дебил? Чё происходит? Смотрите, у меня Геральт сам прыгает. Успокойся, Геральт, всё закончилось. Чё за прикол? Ну-ка, подожди-ка. Так, фух, ну что, ладно. Радость Геральта не было предела, пришлось перезаходить в игру. Он тут скакал как ненормальный.
Собственно, ладно. Эту тварь мы погубили. Давайте посмотрим, что она тут делала. Так. Ни хрена, она тут вообще тортовала. А, ну и вонь. Тело разбухло от воды, руки отсечены. Его четвертовали, как я и думал. Да. На рулетике, видать. Он долго лежал в воде. Голова распухла, на ней видно несколько укусов. У него в глотке что-то есть. Наверное, язык. Кошель, набитый монетами. Кошель, набитый монетами. Нильфгаардские флоры. Из разных провинций. Если это сделал убийца, то мы имеем дело с разумным монстром. Дело убийцы. В чем его, собственно, разумность-то выявляется? Что он ему в глотку деньги запихал? Очень разумный. Тело разрубили на куски уже после смерти. Удары наносились с большой силой, но кости рассечены, не перебиты. У существа, которое его убило, длинные когти, острые, как ведьмачьи мечи. Сперва оно пробило ими сердце жертвы. Его убило не Брукса. Ну, отлично. То бишь что-то еще нечто сильнее. Здорово. Третья рука. Запасная? Она принадлежала не жертве, но стражники, должно быть, этого не заметили. Просто собрали все, что нашли. А Геральт, а шутник, однако. Как такое может быть, что она все еще теплая? Из нее течет кровь. Некоторые виды существ склонны к регенерации. Но я никогда не слышал, чтобы отрезанная конечность столько времени оставалась жива. Она еще и двигается. Позже изучу ткани повнимательнее. Может, что-нибудь узнаю. У меня одного было такое ощущение, что ему сейчас просто Геральту в лицо вопьется, блин, эта рука. Закончить осмотр. Подведем итоги. Убийца, скорее всего, чудовище, не Брукса. Тогда зачем вампирша пришла за отрезанной конечностью? И какому существу принадлежит кисть? Ну, видать, по просьбе. Почему она так долго сохраняет тепло? И да, зачем в глотку убитому сунули кошелек, а тело изрубили? Много вопросов и мало ответов. Надо разузнать о предыдущих жертвах. Попрошу Пальмерина доставить меня к княгине. Такие, да, пироги найти Пальмерина и попросить его привести вас к княгине, да? Ну прямо я один в один сказал то же самое, что сейчас я сказал Геральт. Так. Ну что, друзья, давайте данную серию я не буду затягивать, я ее прям назову боевочка с Набею, как это называли, эту красавицу. Мы отдельно с ней видос выложим, собственно, так что подписывайтесь на канал. Ну, я думаю, скорее всего, следом будет полноценная серия загружена. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы обо всем этом думаете. Может быть, у вас есть предположение, что же это за, сука, секретный такой монстр. Но если вы уже проходили эту игру, то не говорите. Вот, если еще нет, то тоже не говорите. Собственно, на этом все. Кстати, у меня само здоровье восстанавливается. Это, кстати, хороший навык. Мне пригодится в режиме насмерть. Все, друзья, всем пока.